Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Dino Bash 2, путешествуя во времени. Так. У нас 11.2, да, идет? Так, подожди, мы заберем, наверное, наш сундучок бесплатный. Блин, у меня с деньгами вообще беда. Так, 500 монет, трицератопс, мамонт один и взрывной валун. Это, конечно, все хорошо, это все замечательно. Так, нифига себе, нам нужно сколько звезд, чтобы перейти на следующий этап. Это надо все собрать, получается, да? Ладно, я, наверное, начну отсюда. Глянем хотя бы, что нас там вообще поджидает. Так, дается мамонт, большой плевун. Ну, не знаю, давай глянем. Надо смотреть, ребята, чтобы хотя бы знать, что... Так, бежит охламонище. Да. Плювик, выходи. Вот же бомбит. Оу. А чего у вас так много-то? Пацаны. Да в кого ж ты камень-то? На тебе. Нормально. Такс, ладно. Ну что ты там метишься уже, а? Это будет эффективнее, да, наверное? Блин, был бы у меня еще камень прокачан, было бы вообще шикарно, если честно. Но он у меня не прокачан, поэтому пока вот так вот. Я, наверное, того запалю пока. Да как мы долго бьем-то, а? Сейчас нахумарит он меня, наверное. Что там едет? Ребята, катапульта? Вы серьезно? Твою налево, ребята, катапульта появилась. Ядрёна вошь. Да как. Оу. Блин, мне надо вот этого, наверное. Да ну, друзья, ну это ну, бред. Да уничтожьте вы. Так, да не того ты брякнул мне. Да, мамонт, конечно, хорош, но не настолько, друзья мои, он силен, чтобы им противостоять. Хилочка. Успел? Мамонт целый, ребята. Так, а вот это вот... Слушай, ты достал уже, а? Так, а катапульта... Она получает, конечно, урон, но... Есть. Первая побежденная катапульта, ребята. У нас. Я думаю, что с этим я разберусь сам. Оу. Слушай, а мы, наверное, я думаю, мы пройдем этот этап на 3 звезды. Если мне сейчас... Ну! Плевики! Давай! Есть! Ребята, на 3 звездочки. Шикарно! Неожиданно для меня, но шикарно. Так, абрир. Так, ну, нормально. Второй. Так себе. Так. Камнепад, ребята, мы можем прокачать. Можем прокачать камнепад. Но опять же, сколько денег надо на это все? На 3 звезды, удивительно. Но катапульты. Да, я, ребят, прокачаю валуны. Это нам необходимо. Ну что, идем на следующий этап. Фух, так.
Здесь у нас есть Рэмбо. Здесь у нас есть... Ну, не особо, конечно, армия у меня тут будет. Не особо. Уже даже обычные, ребят, посмотрите, какие они сильные. То есть, ну... Так, Рэмбо сейчас должен, по идее... Всех... О, усиление дали. А что мне от этого усиления? Серьезно. Так, Плювик помогает. Ну и сейчас же армия, ну конечно же. И того я призвал. Ой, друзья, не того, не того. Да ну что это такое, ну. Блин, мы сейчас подойдем уже к яйцу, грубо говоря. Так, у нас остается еще один, да? Вот этого надо подбить. Да не меня подбить-то надо. Щух. Пока бегу. Давай-ка вспомогаловку себе позовем сюда. Тут нет особо сильных у нас динозавров. Тут понятно, здесь надо запаливать. Шаман? Нет, 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 нет. Шаман нам тут не нужен. Посмотри, что творит, а. Ой-ой-ой-ой-ой. А, там еще и катапульты. Там, ребята, еще и катапульта появилась. Блин, сейчас отсюда вылупится. Твою налево, думаю, что такое-то, а? Да, она достала уже, но... Ой-ой-ой-ой-ой, какой тут жестокий, ребят, замес. Да ну! Само собой, ребят, в катапульту бомблю. Само собой. Только поможет ли мне это? Это, мне кажется, не поможет нифига. Видишь, катапульты что творят? Уничтожаем, пытаемся. Я ее подбил хоть? Подбил. Тут даже, ребята, Рэмбо слаб. Так, вторая звезда идет на уменьшение у нас. То есть три звездочки, можно даже не мечтать об этом, да? Ладно. Мамонта, что ли, позвать? Давай вызовем мамонта, так уж и быть. В общем, ребята, здесь огромные-огромные проблемы мне доставляет катапульта. Просто огромнейшие.
А так можно было бы, наверное, пройти на 3 звезды. Можно было бы, конечно, пройти на 3 звезды, но катапульта. И сами противники мощные были здесь. Угу. 560 монет. Сколько у меня денег, ребята, вообще? 1500. Такс, ну что, давай попробуем. А тут вообще, ребят, слабачки. Тут вообще слабачки мне даны. Ну куда же ты бежишь-то вперед, батьки-то, ну? Ты сейчас серьезно? Давай Плювика, наверное, позову. А что это за урон, а? Как ты меня достал-то уже, хламонище? Чур бы тебя побрал, а? Так, домик разнесли? Разнесли. Так, я пошел стрелков бомбить пока. И начинаю потихоньку бомбить врата. Так, вызову Плювиков сюда к нам на помощь. Ё-моё, а тут-то чё? Это какой-то нереал. Они просто одного за другим разносят и все. Посмотри, их армады. О, там еще один такой же идет. Да. Это прям печаль какая-то. И я не шучу, друзья мои. Яблоко, блин, пропустил. Просто с удара. Меня сейчас дубанут, ребят. Вот и все, ребят. Вот и все. Я поздно увидел, что здесь вот этот вот говнюк с молотком, ребята, издалека бомбил. Понимаешь? Нет, эту мне пока миссию не взять. Вообще не взять никак. Ну что ж делать-то тогда, а? Ох, что ж тогда делать-то? Здесь все пройдено, да? Здесь все открыто. Ну давай попытаемся пройти вот эти вот этапы. Не знаю, каким образом будем пытаться, но надо. Да куда ты лезешь-то? Лезет он. Так, ломаем быстренько ворота. Пока призываю Плювиков.
электричество еще там. Ну, до Тирекса мне пока далеко, мне не накопить. Дай-ка я попробую под защитой, ребят, пройти. Так, что у нас там происходит? Не пойму пока. Еще одного, ребят, заказываю. А вот этих вот бомбить надо. Лед-то дайте мне, взял. Взял лед. А чего вы такие слабые-то против этих-то? Вот так вот. Вот так меня подбили, ребят. Надо действительно было прокачивать силу персонажа главного и... И возможно бы что-то у нас да получилось, возможно. Но сейчас уже, по-моему, все, не получится ничего. Отгреб по башке. Блин, на Тирекса. Фиг накопишься на этого Тирекса. Да бомжиха, ты. Да не думай, она даже не думает, ребят. Вот, упала только сейчас, но. По-моему, ребят, уже поздно. Так я их огрею здесь. Что у нас там происходит вообще? Сломали. Вот кто мешается. Ну, друзья мои, ну поднапряглись. Слава богу, ребят, прошли на 3 звезды. На 3 звездочки. Так. 400 монет, 1 самоцвет. Понятно, короче. Еще 440 в плюсе. 2400. Так, мы еще получим награду. О, еще 2000 монет, ребята. Еще 2000 монет. Кстати, если мы с тобой поломаем еще 12 заборов, друзья, то получим вот этот вот сундук. Потом 5000. Ух ты. 5000, это, конечно, было бы вообще шикарно получить. Так, ну что? Может быть, мне самоцветы все равно, ребята, не накопить, мне кажется. Может быть, на деньги обменять. Об этом я вообще молчу. Я думаю, может быть, все-таки. А мне даже обменять не получится, ребят. Мне даже обменять 60 самоцветов, это минимум, чтобы получить 6000 монет. Да. Ну что, 86, пытаемся пройти. Пытаемся. Так, насколько я помню, здесь будет бомжиха с кувалдой. Будет люто бомбить. Ты посмотри, как я, ребят. Ну что это? Ну это называется урон. Ну это смешно просто.
Сейчас, подожди. Так, вот они, две ребята-хибары. А что я стою-то? Я же могу этих дурачков бомбить лично. Ну да, конечно. Яблоко получил. Надо отходить. Да куда я промахнулся, блин, разве... Хорош. Плювика бы, конечно, бы... Плювика бы мне заказать бы вот этого гигантского. Он, по-моему, стоит дорого, друзья. Ну, давай попробуем тогда вот этого. Вот она, друзья мои. На одном месте намотана. Явилась. Дуримарка это. Конечно, по бомжихе, ребят. Конечно, по бомжихе весь... Урон должен прилетать. Есть. Может, еще не все потеряно, а, ребят? Бомжик вроде бы больше не должно быть. Вроде бы. Так, глушануть их или как? Или сами бомбанем? Да, я думаю, сами бомбанем. Есть. Это далеко не последний еще пока, ребят. Черт побери. Твою налево, сколько вас там. Да я изо всех сил, ребят, пытаюсь. Так, допустим. Молот Тора дали, блин. Нет, ребят, не успеваю. Прикинь, не успеваю. Ё-моё, слишком долго там возюкался с ними. Все бы ничего, но не успел там буквально секунд 20. Представляешь? Обидно, нет слов. Просто нет слов, какая обида берет, а? Так, что у нас там? Что-то прокачаться хочет. Что именно? Блин. А чё, Энки у меня... Нет, он у меня раритетный. Тут абсолютно ничего нельзя. Героя прокачивать... Последняя энергия, ребят. Мне очень хочется пройти этот этап на 3 звезды и получить сундук. Блин. Ну что, тратим последнюю энергию тогда. Пытаемся как-то, я не знаю. Может быть, взять метель. А метель меня спасет? Давай все возьмем. Последнее, так сказать, свое заберу, блин. Защита, ребята, очень хорошо против бомжихи. Ты ставишь защиту, бомжиха бьет по тебе, не наносит урона. Динозавры, особенно которые вот плювики там, они бомбят издалека. В этом есть плюс. Вот стрелки.
Да давай ломай ты, господи. Так, пока домики... Они же ничего не могут сделать, домики. Домики просто сдерживают наших ребят, скажем так. Да заморозит уже, а. Ну и чё? Блин, тут еще дом, оказывается, не один. Зачем я так сделал? Не знаю, ребят. Подожди, а бумеранг я взял? А вот и она. А вот и она, ребятушки. Карга чертова явилась. Да зачем же вы так ко мне рядышком-то подошли? Ну... Да ну, какой-то бред, блин. Вот она и плювика моего снесла, да, получается? Гадюка, а. О, хилочка. Так, там же еще сейчас целая орда домиков пойдет, по-моему, насколько я помню. Мне дали огонь. Ну, огонь, в принципе, тоже, ребят, неплохо. Наверное, все-таки возьму плювик и закажу. Еще одного трицератопса. Я не вижу, что, куда там, чё бомбим, блин. Доигрался, блин, а. Доигрался, ребят. Да ну, все, ребят, пошла звезда на уменьшение. Не, не получается. Вот они последние, и у меня не получается с ними, ребят, вообще никак совладать. А вот у нас уже последние ворота. И что тут делать? Ну как тут быть? Вот объясни мне. Просто вот с той вот главной этой не справился, и все, ребят. А это последние, как ты видишь. Это были, ребят, последние. Да. У меня такое ощущение, что надо моего главного персонажа теперь прокачивать. Ну, другого варианта не вижу. Этот этап мне пока, ну, он не дается никак. Видишь, никак не дается он мне. 5500. Да и тратить-то жалко, понимаешь, чем дело-то? Тирекса здесь нету. Призвать я его не могу в помощь. Ладно, друзья мои, давайте на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!